России по кайтбордингу гонки. И давайте-ка, наверное, можно даже не вешать никакой паузы, потому что номинантов больше нет. Ребята, достается фейерплей. Вот такая вот неожиданная интрига. Представитель фейерплей, пожалуйста, выйдите на сцену. Мы с удовольствием готовы вручить вам что-нибудь. Сергей Сотов находится на Маврике, передает всем привет. Да ну вас. И от лица нашего главного организатора Сергея Сотова и от команды Fairplay мы выражаем благодарность организаторам премии «Наводнение» за эту награду. Соревнования наши относительно молодые, но за это время сделано немало. И именно этот 2017 год был самым мощным. Соревнования прошли в статусе официальном, в статусе Кубка России, были внесены в календарь ВФПС, работала квалифицированная коллегия судей во главе с судьей мирового масштаба Джорджем Джованнони. А наравне с сильнейшими российскими райдерами свое мастерство показывали мировые звезды кайтбординг фристайла Юрий Зун и Позита Мартинес. 2018 год также обещает быть насыщенным. Планируется три этапа. Два этапа были уже согласованы, но с этапом в Санкт-Петербурге возникли небольшие сложности, и тут нам на помощь пришла ассоциация кайтбординга, за что им отдельное спасибо. Первый этап в Санкт-Петербурге пройдет в конце мая, второй этап пройдет в Республике Дагестан в августе и в сентябре, третий этап пройдет в Анапе. Также Новый год будет ознаменован выходом линии одежды Fairplay. Это кроссовки, толстовки, футболки и прочее. Заказать вы можете непосредственно у самого Сергея Сотова и также на официальном сайте соревнований fairplaychamp.ru. Кроме того, Сергей Сотов будет очень рад всем желающим, кто захочет поддержать развитие кайтбординга в России и не только, и стать официальным партнером Кубка России по кайтбордингу фристайл. Спасибо. Круто, круто, друзья мои, спасибо вам большое за крутое событие, которое становится соревнованием года.